Всем привет, дорогие друзья! Очередная у нас распаковка на канале. Интересная такая посылка для знаменательной для меня тем, что... Ага, кошак. Что она пришла в мой день рождения. Правда, не знаю. Ну, я, скорее всего, выложу ее вне очереди. Именно в тот же день, в который я ее получил, скорее всего. Ну, чтобы сохранить, так скажем, какой-то смысл сказанных слов. Здесь должны быть у меня часы. Такие, типа пляжного вариантика. Брал чисто на одно лято. Если сломаются или что-то, не жалко, можно будет и выкинуть. Потому что, ну, частенько на пляж вот ходишь. В принципе, вот эти вот были водозащищенные часы, но они большеватые, и как-то рука немножко устает. Я видел небольшие, по крайней мере, должны быть небольшие. Такие вот часики, так вот чисто на пляж сходить. Ну что ж, давайте мы ее посмотрим. Доставка вот у нас здесь вот будет. Брал с рыжим ремешком, там есть разные варианты: белый, желтый, розовый, какие-то еще. Единственное, что мне не понравилось, то что у них на циферблате есть дополнительные какие-то значки, ну типа доп. Стрелки. Это все, естественно, нарисовано. Я такую самодеятельность не очень люблю, поэтому я бы отказался от такого, если была бы возможность. Так, покрашено. Сам циферблат покрашен. Вроде без явных косяков. Приятный такой прорезиненный ремешок. Ну что ж, давайте ее примерим. Их примерим. Так непривычно, что они такие маленькие. Обычно в последнее время такие крупные часы ношу. Так, у них тут ничего плохо, не проколот еще пока. Отверстие. Ну, в принципе, как-то так это выглядит. Так вот и выглядят эти часы. В принципе, прикольные. Такие чисто летний вариант. Это, естественно, бутафория, а не кнопки. Давайте мы попробуем их включить. Да? Стрелочки. Пошли. Что ж, я уже заметил один косячок. Не знаю, правда, будет заметно вообще или нет, потому что окно открыто, но они очень сильно тикают, громко. А в остальном, без каких-либо претензий, все качественно. Вот это вот не резина, я ошибся, пахнет очень сильно силиконом. Силикон или латекс, вот нечто подобное, презервативу пахнут. Вот такой вот запах. В принципе, не разочарован, стоит недорого. На этом все, обзор чуть попозже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. До встречи!